Мне было просто тоже очень интересно ознакомиться с технологиями, развиваемыми Виктором Ивановичем Петриком. Вот то, что я увидела, меня просто действительно поразило, потому что, во-первых, те результаты, которые я увидела, и самое главное, та простота технологий, с которыми я ознакомилась, и как достаточно все-таки профессиональный химик могла их оценить, то есть действительно ли они могут существовать или нет. В области именно выращивания шпинели, например, кристаллов шпинели поликристаллических, кроме того, в области получения чистейшего кристалла кремния, вот это две области, которые меня очень поразили, особенно поразили. Вот этот прорыв, например, в области создания поликристаллической шпинели, это просто действительно прорыв, потому что в Америке, вот насколько нам известно, они бьются над этой проблемой, но пока она не решена. Виктор Иванович настолько, так сказать, всегда именно открыт для общения и открыт для всяческих объяснений, разъяснений. И все, что вот нас интересовало, буквально он шел нам всегда навстречу и все показывал, рассказывал. Так что даже, вот, как мне кажется, человек, который не обладает таким даже сверхспециальным образованием, может в этом деле разобраться.